Итак, сегодня у нас 3 октября 2018 года. Я решил записать видео состояние водного обеспечения в нашем, сказать, интересном регионе. Раньше у нас было 3 креницы, как раз недалеко от моего дома, и можно было спокойно набрать воды. Сейчас осталась только 1, и то очень слабый напор. Вот мы уже приближаемся к 1-й кренице. Сейчас посмотрим, как там у нас обстоят дела. Так, вот она, сама креница. И по звуку все давно заброшено. Спустимся, проверим. Все печально. Заброшено. Тут была дата. Год. У меня еще туда не было даже в проекте. Так, идем на следующую точку. Там где-то сидит фазан. Примечательно, раньше их тут не было. Это все случилось после военных действий. Вся живность начала сбегаться в наш регион. Так, а вот он и спуск. Креницу. Там был мощный поток. Буквально ведро набиралось за несколько секунд. Столько мощный был поток. Петр сидит где-то там, корекает. Мы не будем его пугать.
Так, вот все, что осталось от былой славы. Еле-еле. Сможем набрать водички. Эксперимента я решил засечь, за сколько ж наберется баклажка. Засекаем. Так, наша баклажка почти набралась. Время около 6 минут. Я думал, это будет 5 минут. Но все-таки 6. Даже чуть быстрее. Так, попробуем найти третью криницу, хотя квест будет еще тот. Сюда. Так, тут можно найти орехи. И, к сожалению, уже все подобутали. Видно лишь пустые кожурки. Идем дальше. Волк. Ну, не бойся.